Всех приветствую, продолжаем знакомиться с художниками и скульпторами, их автобиографии. Монах Хуан Баутиста Майно или Майно был испанским художником эпохи барокко. Я пользуюсь Википедией переводной. Родился в октябре 1581 года. Его отец был торговцем миланскими тканями, а мать португальской дворянкой. Оба находились на службе у Анны де Мендеса, принцессы Эболь. Некоторые историки полагают, что он учился у Эль Грека, но никаких документальных подтверждений найдено не было. Известно, что с 1600 по 1608 год он провел в Италии, где познакомился с работами Караваджо и его учеников Орацио Джентилески, Гвидо Рени и Аннибале Караччи, и находился под их влиянием. Когда он вернулся в Пастрана, город и муниципалитет в Испании, он раскрыл это влияние в Троице, написанной для бокового алтаря в монастыре францисканцев. Написал алтарь четырех дней Пасхи для доминиканцев, который сейчас находится в музее Прадо. Это, пожалуй, самая известная работа. Также примечательно полотно, изображающее поклонение волхвов и поклонение пастухов. В июне 1613 года вступил в доминиканский орден и поселился в монастыре Сан-Педро-Мартир. Это снизило его художественную активность, хотя он создал другие версии поклонения пастухов, одна из которых находится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Другую можно увидеть в музее Медоуза в Далласе. Король Филипп III призвал его ко двору в 1620 году, чтобы научить рисовать своего сына, будущего короля Филиппа IV. Майно стал спонсором молодого Диего Веласкеса, выбрав его на конкурсе для написания картины «Изгнание мавр». Эта картина не пережила катастрофического пожара в королевском Алькасаре Мадрида в 1734 году. Умер в коллегии и монастыре Сан-Томас в Мадриде 1 апреля 1649 года. Вот так вкратце из переводной Википедии, данных не очень много, о испанском художнике эпохи барокко, монахе Хуан Баутиста Майно, или просто Майно. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.